киношников орда. Актеры молодые на фильмах о войне, в которых правды нет, куете деньги вы. В униженной России, неся с экранов ей свой голливудский бред, не надо лгать про тех, кто победил фашистов, что по всему они такие же, как и вы, неправда вас они. Стократно были чище, духовнее, сильней. В борьбе с делами тьмы, их честному труду учили с малолетства, был человек для них. Товарищ, друг и брат, у вас мечты о том, чтоб получить наследство, за деньги можно все. Вам с детства говорят, светились их умы, в благом стремлении к знаниям присущи были им. Отвага, долг и честь их выбрала судьба. С особенным заданием Россию отстоять. Они сказали «Ест», им Родина дала высокие таланты, они открыли ей беспрежный космос двери. Есть времена, когда рождаются атланты, есть времена ползучих годов и потерь, фашистов победил советский русский воин, вам до его колен руками не достать, для вас бандит и вор внимание достоин, продажный триколор. Вам только и под стать, вы родине своей давно чужими стали, впитали вы в себя торгашескую муть, взрастил и воспитал бойцов товарищ Сталин, а Сталин честным был. И в этом правда суть, взрастил и воспитал бойцов товарищ Сталин, а Сталин честным был. И в этом правды суть.